В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечали автомобилисты и дорожники. Коллектив работников автобусного парка номер один принимал поздравления от руководства района. Председатель Солигорского районного исполнительного комитета Анатолий Ладыгов в своей речи отметил важную роль работников транспортной сферы в работе всего Солигорского региона. Поблагодарил их за профессионализм. Свои поздравления сотрудникам автобусного парка адресовала председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Калеева. Приятным бонусом к поздравлениям стали грамоты, благодарность и ценные подарки как от руководства района, так и руководства предприятия. Очень приятно, потому что за столько времени уже работаю. Это первая награда. Я люблю свою работу, я стремилась, я удостоена. Спасибо Владимиру Андреевичу, что он меня наградил, заметил. Ну, конечно, приятно. В преддвериях праздника получить грамоту, наверное, очень всем приятно. Праздничного настроения добавили выступления артистов Дворца культуры.